О, ребята, смотрите, вот мы оказались снова в лесу. Смотри, сколько ниндзя появилось. Откуда они здесь взялись? Вот это да. О, кнопочку нажали. О, мы активировали с тобой, смотри, пилу. Вот это да. Неужели все ниндзя попадутся на нее? Да. Егорка, все ниндзя, представь себе, попали на пилу. Вот это здорово. Нам даже ничего не пришлось делать. Так. Мы с тобой запускаем. Прошли раунд, отлично. О, интересно, что это за кнопочка такая? Ага. С помощью нее, видишь, ступенечки вылазят. Вот так, нам нужно быстренько вот так залезть и припрыгнуть. Отлично, у нас получилось, ребят. И тут теперь мост какой-то, на мосту нам мешают тут те квадратики злые. Давай их уберем. Чтобы мы могли спокойно этот мост пересечь. Так, мы звездочку одну не взяли, давай попробуем взять. Вот так, осторожно. Прыжочек и идем дальше. Отлично, мы прошли этот раунд. Итак. Ой, а как нам сюда взобраться? О, ниндзя нам, смотри, включил кнопочку, и мы можем теперь подняться. Ой, спасибо, ниндзя, ты хоть что-то доброе для нас сделал. Так. Так, ниндзя. Прощай, мы идем дальше. Ой, чуть-чуть не успели. Так, давай быстренько поднимемся здесь. Чекпоинт есть. Чекпоинт? Да. Соберем все звездочки, да, Егорка? Давай. О, как ты умеешь. Да, здорово, я умею. Вот так вот, смотри, как собрали все звездочки и перепрыгнули. Отлично. О, будет. Ой, смотри, а что это такое? Так. Полено какое-то. Тут какая-то у нас, смотри, как... перекрывает движение, да? А, Егорка, смотри, нам нужно аккуратненько толкнуть полено, чтобы оно докатилось до кнопки. И потом вот так вот перекрытие поднять, чтобы как полено прокатилось под нами и нажало кнопочку. Ребята, сделаем это? Ну давай сделаем это, только нужно аккуратненько толкнуть полено вот так вот. Так, быстренько идем, идем поднимать перекрытие вот это. Так, так, держим, держим, чтобы оно не закрыло полено. Интересно, ему хватит силы, чтобы нажать кнопочку? Как ты думаешь? Да. А ну? Да, хватило, ребята, мы прошли. Вот это да. Давай пятюни, Егорка. Замечательно. Идем дальше. Какая-то кнопка. Ага, мы активировали еще одни ступенечки. Давай быстренько попробуем забраться наверх. Раз, два, три. Есть, отлично. Нажимаем еще одну кнопочку. И через дверьки сюда. Ой, вот это. Да, здорово. Смотри, какая-то качелька или что это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай там звездочку одну пропустили, заберем ее. Главное не упасть в водичку, иначе он утонет у нас. Еще одну звездочку пропустили, нужно возвращаться за ней. Так, есть, забрали. Аккуратненько. Есть, да. Мы с тобой прошли. Вот ты какая, да. Там какая-то дверь. Какая-то дверька, да, была? Пойдем к ней. Пойдем проверим, что это тут. Это, наверное, дверька, из которой выходят вот эти ниндзя. Да, да, смотри, еще один вышел. Давай отсюда лучше уйдем. А что? А как нам добраться до вот этой кнопки? Ой-ой-ой-ой-ой. Как нам добраться до вот этой кнопки? Ты боишься? Ну, я не боюсь, но я думаю, как нам добраться до этой кнопки? Может быть, нам... Вот, вот так вот. Нужно было на ниндзя просто прыгнуть и все. И мы нажали на кнопку. Идем дальше. Замечательно. Буду... Да. Смотри, сколько пил здесь. Ого. Квадратик. Дверь. Прощай. Две пилы. Ого, и нам, чтобы открыть вот эту дверь, нам нужно добраться до вот этой кнопки. И пробраться через эти пилы. Ну что, давай пробираться аккуратненько. Давай. Давай. Аккуратно. Давай. Но мы при этом должны собрать еще все звездочки. Вот. Нажали. Прыжок. Смотри, какой шарик перепуганный. Еще бы. Можно же попасть спокойно, запросто на эти пилы. И тогда, к сожалению, шарик лопнет. Но мы прошли с тобой этот раунд, идем дальше. Так. Смотри. Ниндзя. Вот я. Кия. Минус один. Минус два. Идем дальше. Вот это еще квадрат. Да, еще квадратик. Что-то, Егорка, у меня такое ощущение, что скоро уже будет босс. О, еще один выкатился, смотри. Да. Один за другим выкатываются, смотри. Да.
Сколько их тут много? Ой, смотри, мы в самый последний момент успели наверх забраться. Здорово. И идем дальше. Так, где же мы дальше оказались? Ух ты, смотри, какие-то подвесные мостики, да? А сверху кнопочка, нам нужно как-то до нее добраться. Давай попытаемся. Аккуратненько, только не торопимся. Вот так. Нажимаем на кнопочку. Давай. Раз. Что-то где-то открылось. Ага, вот дверки открылись, идем дальше. Вот они! Да, сейчас мы соберем звездочки. И заодно уберем все квадратики злые. Так, убегаем от этого ниндзя. Чекпоинт, отлично, сохранились. Ой, злой ниндзя. Так. Ой, нам, наверное, нужно будет вот это полено как-то через мост переместить. Да. Через эту речку. Давай попробуем, Егорчик, быстренько-быстренько. Вот так. И у нас получилось. Замечательно. Здорово, идем дальше. Итак, вот новый раунд. Посмотрим, что у нас здесь. Смотри, Егорка, какое-то полено и какая-то кнопочка. Нам нужно как-то наверх добраться. Что для этого нужно сделать? Ага, нам нужно... И при этом сюда нужно еще как-то запрыгнуть. Как это сделать? Ага, ребята, я понял, как это нужно сделать. Мы сейчас будем толкать полено и одновременно будем прыгать наверх. Да? Сделаем так, Егорка? Давай, аккуратненько. Сейчас мы его толкаем. Теперь прыжок, перепрыгнули. А полено катится. Сейчас оно нам нажмет на кнопку. Давайте сразу перепрыгнем на ту сторону. Будем ждать, пока нам оно откроет дверь. Нажмет на кнопку? Как ты думаешь? Давай. Отлично, ребята, вот дверки открылись. Мы прошли. Смотри, убираем отсюда этих злых квадратиков, собираем все звездочки и идем дальше. Так. Есть, отлично. Да. Ой, тут нужно как-то, наверное, осторожно. Смотри, тут у нас какая-то кнопочка еще есть. Давай забираемся и быстренько вот сюда проходим. У нас получилось, да. Так, осторожненько. А как нам... О, вот, вот так вот нужно было забраться сюда. Прыгнуть просто на ниндзя и идем дальше. Егорка, босс! Мы дошли, ребята, до босса. Ну что, будем сражаться с ним? Давайте. Ой, смотри, какой он смешной. Ниндзя-босс. Ой, смотри, мы уже его начинаем, так сказать, побеждать потихонечку. Он вызывает пилы. Смотри, какой он грозный. Ой, смотри, прям гонится за нами. Так. Еще одна пила. Перепрыгиваем осторожненько. Ой, смотри, их две появилось. Вот это да. Ой! Попались. Ну что, попробуем еще раз его пройти, да? Только мы будем осторожнее. Вот так вот. Так. Перепрыгиваем эту пилу, чтобы не попасться. Так. Зубами! Да, смотри, как он зубами клацает. Какой злой квадрат, ты посмотри. Так, пила раз. Теперь помните, ребята, тут сейчас будет вторая пила. Нужно на нее не попасться. Надо быть предельно осторожным. Вот так вот, мы справились. Кто какой большой? Да. Егорка, мы победим этого квадрата? Да? Так, раз, пила. Интересно, еще вторая будет или нет? Да, вот еще и вторая пила. Так, осторожненько. Перепрыгиваем. Какой босс большой. Да, босс большой. Раза, наверное, в 5 больше, чем мы. Здоровяк какой, ниндзя. Ага, смотри, как он зубами стучит. Смешно. О, смотри, он начал тут вызывать своих маленьких слуг. Ниндзя. Так. Ой, прям на нас упал. Так. Ну мы сильнее, мы проворнее, да, Егорка? Осталось еще 3. Так, главное, чтобы на нас опять ниндзя не упал. Так, ниндзя. Раз, два. И нету ниндзя. Босса нужно еще ударить 3 раза. Мы справимся или нет? Нет.
Вот так вот, замечательно. Смотри, как мы с тобой весело с ним сражаемся. Смотри, зубами клацает. Он устал. Вот, еще один разочек осталось его ударить. Егорка, еще разочек. Ну же, ну же, ну же, ребята, давайте. Мы его победили. Смотри, как его раздувает. Он лопнул. Вот это да. Здорово, смотри. Мы дошли до завода. Ребята, я так понимаю, это тот завод, который был в начале игры, где наши кругленькие шарики превращают злые квадратики в квадраты. Ребят, если вам понравилось видео, подписывайся на канал, жми палец вверх и пока-пока.